Кто-то купил меч с моим ником за 5 лямов? Вы чё, вообще кончены? Ну, кто в сундук насрал мне? Вот так и должно быть. Я топ-1 игрок, ты знал? Халява. Ну вот видите, я не знаю, но я очень много зеленых золота, вообще бред. Вы просто представьте, если бы вместо всех этих зеленых были бы хотя бы синие. Или там парочка фиолетовых, все это плюс 2 ляма. Ну, пожалуйста, восьмой сундук, блин, восьмой фиолетовый сундук. Ну, кто в сундук насрал мне? Капец, этот босс просто двоих похоронил уже. Вон первый лежит. Восемь два. Да ты что?
Блин, это что, издевательство какое-то? Чтобы... Что с трэш-рейтом? Топовая палка трэшнулась. Которую бы я мог продать лямон за 2-3. Вы чё, блин? Вот таких я не убиваю. Просто многие думают, что я убиваю типа чуваков с колена. Когда их убиваю, такие: фу, ты же говорил. Вот таких вот я не убиваю. А вот будь там 6-3, я бы такого зарезал. Я бы такого дорезал. Что это за дерьмо было только что? Почему мне так больно с этого говна? Я умер 4-4 копью. Он убежит, да? Слушайте, по-моему, нет. Вот, вот, 2 миллиона, спасибо. Можно уйти, плиз, плиз. Так, ну килл мой. Thanks everyone for watching. There will be more videos on my channel soon, so don't forget to like and subscribe to the channel. Спасибо всем за просмотр, скоро будет больше видео на моем канале, поэтому не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Goodbye!